В Дагестане от гриппа планируют вакцинировать 60% населения. В этом году бесплатную вакцину получит большинство жителей республики. По словам представителей Министерства здравоохранения, в сезон ОРВИ ситуация может осложниться. Согласно постановлению главы Роспотребнадзора, во всех субъектах Российской Федерации вакцинацией от гриппа должны быть охвачены не менее 60% местных жителей. Для сравнения, в предыдущие годы иммунизировали только 40% населения.